Сегодня, друзья, приготовим настоящую пасту карбонара, такую, которую готовили в Риме. Для начала, друзья, нарежем бекон, или если есть у вас свиная щека, она отлично подходит. И бекон тоже, соответственно. И нарезаем на вот такие вот полосочки. Итак, вам немножко фактов. Кстати, карбонара, знаете, что это такое? Карбонара — это уголь с итальянского. Это блюдо готовили когда-то шахтеры. Для карбонары, друзья, используем оливковое масло, совсем капельку. Мы сейчас сюда же отправляем бекон порезанный. И нам из этого бекона нужно вытопить максимально жир. Воды у нас литра полтора, пол столовой ложки соли. Размешаем. Отправляем сюда пасту. Спагетти берите самые толстые, какие у вас есть. И не ломайте ни в коем случае. Так, дальше, друзья, нам необходимо 4 яйца. Нам нужно разъединить желток с белком. Яйца, конечно, в идеале, чтобы это были с домашних курочек. Но если нету, значит, используем те, которые имеем. Но если попробуете обычную пасту карбонара со сливками, то знайте, то не настоящая паста карбонара. В настоящей пасте сливок нет и не может быть. Так, берем венчики и немножко вот так желтки перемешаем. Добавляем сюда, друзья, сыр пармезан. И перемешаем. Добавляем сюда еще перчик черный и свежемолот. Вот, достаточно для вкуса. Так, друзья, паста готова. Добавляем немножко воды с макаронов. Буквально чуть-чуть. И перемешиваем. Перекладываем пасту в сковородку. Теперь это все дело нам нужно перемешать. Так, и теперь, друзья, перемешали и немножко даем его остынуть. Буквально минуту-две максимум. Друзья, если у вас соус, когда вы помешаете желтки куриные с пармезаном, будет сильно густой, сюда добавьте буквально 2-3, может 4 столовые ложки воды из пасты, которую вы варили. И хорошенько размешайте. И добавляем сюда соус. Теперь перемешиваем все. Ну и, друзья, накладываем. И обязательно, друзья, присыпаем сыром пармезаном чуть-чуть сверху. Вот, друзья, это есть та самая настоящая паста карбонара. Без всяких сливок и всего того, чего придумывает наш народ. Божественно, друзья.